Базар ТВ представляет. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ. И сегодня будет своеобразное сравнение между раскладушкой Nokia 2760 и моноблоком Nokia 1680 Classic. Оба аппарата привлекательные, оба аппарата простые, конечно, без поддержки карты памяти Nokia Series 40, по-моему, пятого издания, еще с добавкой 10.4, то есть это простые модели. Разъемы идентичные. Это разъем для зарядки, разъем для датакабеля и 2,5 мм аудиоразъем под наушники. Однако дизайн обеих трубок отличаются. Раскладушка имеет внешний черно-белый экранчик, что вполне себе удобно даже. Экран основной фактически такой же, 128 на 160 пикселей, 11,8 дюймов экран, поддерживают CSTN экран и экран TFT трансэффективной матрицы, то есть вполне себе хорошо. Вот. Оба аппарата отличимы, но привлекательны, довольно-таки простые аппараты с великолепным дизайном. Однако, кстати, забыл сказать, камера такая же по сути, но это и мегапикселя, однако в 1680 есть еще и зеркальце. В Nokia 2760 применяется аккумулятор Nokia B4B. Маленький аккумулятор, емкости которого составляет 700 мАч. Маленький довольно-таки аккумулятор. Nokia 1680 Classic ситуация будет получше. Это легендарный Nokia B5C, емкости которого составляет 1020 мАч. Это очень удобно, кстати, такие вот распространенные аккумуляторы. Правда, имейте это в виду, в 1680, если поставите B5CB, работать будет, но заряжаться не будет. Имейте это в виду, так что лучше брать Nokia B5C, ну, аккумуляторы по типу B5C, именно B5C, без особых фанатизмов. Итак, включаем оба аппарата, сравниваем скорость загрузки. Немножко быстрее задумался 1680. Однако загружаются одинаково. Кстати, 1680 и 2760 немного отличается звук запуска. Если что. Одинаковый рабочий стол, одинаковое меню. Казалось бы, оба аппарата идентичны по функционалу, но почти не так. Вроде как сообщение, контакты, журнал, настройки, вроде как такое же. Давайте сравним. Это будет довольно-таки... Сравнение маленькое, но, в принципе, понятное. Отличаются приложениями, темы и составом сигналов, однако функции такие же почти. На обеих аппаратах попытаемся одинаково загрузить Opera Mini 4. Загружаются, правда, сейчас погаснет подсветка. Кстати, экраны делались раньше намного лучше. Оказывается, одинаково грузится Java. Приложение, вот Opera Mini, по-моему, 4.3, да, 4.3. Это уже на яйцо. Но, как видим, 1680 с Nokia B5C все решает по автономности, наверное.
органайзер такой же рассматривать дальше особо не будем. Однако в настройке, давайте вот, если... Ну вот, в раскладушках это малый дисплей и основной дисплей. Основной дисплей, кстати, такой же. Вызовы в 2760, конечно, нету. Отображение длительности вызовов при разговоре в 2760. В 1680 это присутствует. Отображение длительности вызовов. Но сюрприз ждет. Вот что. Подключение устройств, казалось бы, при покупке 2760 и 1680 подумать только, Bluetooth должен быть и не должен быть, однако отличимы сразу. Давайте оба откроем. Опаньки. В Nokia 2760 присутствует Bluetooth. В Nokia 1680 Classic Bluetooth попросту нету. То есть Bluetooth нет на Nokia 1680. Причем смотрите, мультимедиа. В Nokia 2760 имеется встроенный радиоприемник. То есть можно слушать обычный FM-радиодиапазон в Nokia 2760. В 1680 такой функции нету. Но камера и диктофон идентичны. То есть, что можно сказать по итогу вообще? Nokia 2760, конечно, по функционалу выигрывает. В том, что есть Bluetooth, в том, что есть внешний экранчик, поскольку это раскладушка, ну и FM-радиоприемник. Вполне себе стильная раскладушка. Но если вы хотите немножко автономности, скажем, Nokia B5C, такие вот распространенные аккумуляторы, лучше, конечно, найти Nokia 1680 Classic. Он выигрывает по автономности, в смысле по аккумулятору, в том, что распространена Nokia B5C. Но даю гарантию в том, что в 1680 нет Bluetooth и нет встроенного FM-радиоприемника. Во всем остальном функционал такой же. На всякий случай, звездочка, решетка, 4.0, решетка, вот программное обеспечение, вполне себе отличимы. 2009 год, 2760, 1680, 2008 год. Оба аппарата вроде как 2007 года выпуска, кстати говоря, 2007 года выпуска. То есть этим аппаратам уже 12 лет. Но 1680 тут спорно. То и 2007 действительно год, то и 2008. Но все равно оба аппарата уже как-никак 12 лет. И это уже история. Вот такие вот аппараты идентичные, кроме Bluetooth и FM-радиоприемника. Всем большое спасибо вам за внимание. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео, ставить лайки. Ну и всем удачи и до свидания. Спасибо за просмотр на нашем канале. С вами был Базар ТВ.